what I want everything. Горная Олимпийская деревня официально объявляется открытой! Деревни финалистка проекта «Народный артист 1», звезда российской эстрады Оксана Казакова. On the stage we have a finalist of People's Artist 1 program, star of the Russian pop music, Оксана Казакова. Спасибо огромное, друзья. Хочу вас поздравить с открытием Олимпийской горной деревни и, конечно же, пожелать хорошего настроения, всем крепости духа и, конечно же, ярких побед. Спасибо огромное.